Всем приятной жизни, это психиатр, мы продолжаем играть в Fallout 2. Так, и поехали, третья гоночка, проедем, вот, чтобы завершить этот кубок. Я правда не глянул, как там с расположением очков, но ничего. Так что будем побеждать, я думаю. Будем стараться. Тут, кстати, мы едем по дороге. Вот, в принципе, неплохо. В смысле, по асфальтиру. Так, сразу нитро нам дали. Я предлагаю его не экономить, прожать. Тут, в принципе, 4 круга. Но твою мать! Можно мне заново? Мне это вообще не нравится. Случай. Я там врезался, уже шестой, еще и там ресет пока жмёшь. Он нифига не прожимался. Мы бы вообще 12-ми были. Ну нафиг. Кто там эти машины поставил? Чё, стоянка, блин? Чё это за нафиг-то? Где я вообще врезался? Да, вот тут я и врезался. Чё это, блин, такое? Поставили свой хлам. Ой, что-то вообще как-то машину колбасит. Ой, я, кстати, помню, вон. Можно хорошо срезать. Слушай, Алейвин, ты не офигел ли по моей стрелочке ездить? Я ее забронировал еще в Fallout 2, когда тебя тут в помине не было. Ты давай это, не наглей, смущен. О! Ха-ха-ха. Мы ее перелетели, ёптель. Нефиг тут ездить. Это моё, ёптель. Я здесь могу срезать. Ты, блин, чмо, ты здесь не можешь ездить. Ты, блин, не сможешь перелететь. Простой трамплинчик. Мозгов не хватит. Вот. Так, тут вот сюда мне надо. Вот, и за мной ездить не надо, блин, еще кто-то увязался. Очень. Юху! Да, Армальдис. Первые. Раз. Это хорошо. Дик. Ой-ё! Твою мать, вторым! Сука. Так, ну ладно, ну поехали по длинному. Нет, ну их мразь. Так, ладно, сейчас я думаю, мы сравняемся или даже опомним. Да. Блин, догоняет нас, сука. Надо попу подставлять, чтобы... О! Вот. Вот так вот оно. Так, поедем прямо. Он прямо здесь ехать лучше. Мне кажется. Хотя... Ой-ё! А ну-ка... Ну нормально. Нормально.
Просто. Изи. Изи гоночка. Изи каточка. Да. Салли Тейла. Так, дамы у нас забрали весь банк. Лейбин, кстати, занимает второе место. Неплохо, неплохо. Ой, дерби. Сейчас обязательно снимем на дерби. Вот. У нас уже 37 тысяч, кстати. Вот. Я глянул, машинка полностью заапгрейджена. Вот. Я не знаю, сможем ли мы проехать вот эту вот гонку на ней. Но надеюсь, что сможем, потому что не хочется покупать еще одну тачку. Вот, лишние деньги, сами понимаете. Вот, но я так думаю, что как и во втором футауте, нам в конце откроют машину, ну, для гранд-финала, да? Вот, и её-то я как раз и куплю. Блин, чё-то как вообще... Рейкарта полетел. Колёса. Вот и вам. На тебе, и на тебе, Джек Бен. А, на тебе, Фрэнк Марта. Вообще чётенько проехались по нему все. О, вижу, вижу. Ай, на. Эх. Так, блин. Ты, блин. Как вот так получилось. Блин, я чувствую, мы не выиграем эту дерби с первого раза. Ну блин, я застрял, мать вас. Там вся толпучка прошла. Поэтому бизон. Йок. Вот оно, счастье. На тебе. Левин. На тебе, Левин, дуран. Блин, там Тофа осталось. Тофа. Я хочу с тобой в конце один на один. Ты там смотри себя не делай. Или может быть втроём? На тебе! А где? Где? Я не понял. Блин, я думал, вот она там валяется. Иди сюда. На, Лебин! Бля, чё, сок по 10 тысяч, жалко. Ой, опять по хрень. Вернёмся к нему, пожалуй. Так, замечательно, 2500, первое место. Блин, у нас только вот это вот, второе пройдем, ну ничего, мы потом как-нибудь проедем. Как побыстрее будем. Вот, а давайте сейчас начнём третью гонку. Третью гонку, третий кубок, кто как хочет, так и называет. Вот как вот сейчас вырвем. Ёптель, машинка у нас нормально едет. Тем более по бездорожью у вас она. В очко имите. Так, вот взад пинаться не надо. Слушайте, чё? Приняли, что ли? Паскуда. Блин, вот тут я не совсем вижу, куда нам делать. Ой, а как это не третий? Вообще пятый. То, что там впереди-то. Мать моя. Я думал, что мы... Впереди планеты все. А нифига. Слышь, чё? Да блин, капот. Чё случается? Блин, а кто ж там уехал-то? Так сильно. Да твою, блять, мать. Полезный там, блин.
Чё? Нафиг? Нет! Идите в очко, два этих, я даже не ожидал такого подставы. Блин. Походу тут нам это, с этой тачкой не победить. Хотя... Блин, два круга это жестко, на самом деле. Дали бы хотя бы три штуки. Да иди в жопу. Идите в задницу все. Так, вот тут мы без трамплина ехать. Так, смотри, да? Блин, круги такие маленькие еще, сволочи. Глазом не успеваешь моргнуть, как ты живет. Круг проехал, гонка кончилась. Так, нормально, лебедь там затупила. А затупков надо обгонять. О, вот это я понимаю, слушай, просто порвали всех. За два круга. Вот это дело, то четвертые. Так, запись мне не надо смотреть. Вот денежек тут немножечко, там немножечко. Так, уже 40 тысяч ставим. Поехали дальше. Чем больше урон, то только на дырке интересно. Или в гонках тоже. Сейчас мы порвем опять всех. Опять два круга. Так что нормальный диск. Так, ты чё, лей бинг, ты в жопу, толстую жопу, да, да блин, нахуй эта кучка маленькая, ладно, ладно, ща, чё думаешь, ты тут одна такая была, у тебя он топочка у меня, точно так же ездила. Блин, а она не выступает. Слушайте, я принято прожал, и мы ее не догнали. Вот как так, мать его? Либо у нее нитро больше, либо она читер. Либо и то, и другое. Не, ну вот просто. Ну ладно, вторые так вторые. Тут 12 игроков. Так что если мы будем занимать вторые места, а первыми будут все время разные, то нормально. Хотя мы тоже не пальцем деланные. Вот и первое место. Смотрите. В конце. Ну что, лейбинг. Ну повезло тебе немного. Она все равно вторая. Вот, ей это не помешало. Приехать второй. Так что нормально. 20 очков против 16. Я так понимаю, на предыдущем этой гонке заняла второе место. А у Левин, оказывается, это неплохо. А Лейбинг-то не это, оба не дура.
Уйди, Джилл! Да ёбаный ты! Да ну нафиг, нет, так не пойдет. Можно мне заново? Это я, блин, до восьмого места дотащился с ним. Так не пойдет. Текст буквы. Белые пока что. Блин, а тут, кстати, три круга. Я что-то думал, тут тоже два. Ну ничего. Три так три. Ах ты! Нигер. Иди сюда, Куртис Вульф. Блин, Вульф вообще немцы. В общем, кажется, что это немецкая фамилия. Вульф. Он на немца не очень похож. Ах ты, сука. Птичка, мартичка лисая. Вот. Твою мать! Ай, ёбаный. Я думал, я проехал эту гонку. А там еще круг был. Фак, сука. Я заново начну. Поэтому. Твою, блять, мать. Бесит меня это. Это натив. Блин, ну вот как так? Блять, 12-й пиздец какой-то, просто нафиг. Вот такой шаг сейчас был. Блин, ну вот еще что бесит в этом флэтауте, ёбаный. Раньше подписалось сначала, сразу, прям, финиш. А тут я должен еще, блин, проехать? Только уже потом догадаться, что гонка еще идет. Офигенно, да? Вот тут вот заметьте, вот. Когда будет финиш, вот обратите внимание, что он не сразу пишется финиш, то мы еще и как бы едем. Вот. И обычно еще этот говнюк врезается в дерево. Как обычно. Вот я что-то и подумал, что гонка кончилась и вообще расслабился. Ой, да идите в жопу, слушайте. Еще вы какие борзые. Я, блин, буду просто распел делать. Сейчас в пятом нахуй. Да иди ты в очко. Да иди, сука, нахуй! Бля, мудачка! В общем, все, этот выпуск я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиан.